Все? Ага, это все. Боже ж мой. Главное, не лезьте ко мне. Двое есть, остались еще сотни. Ты тут долго пробыл.
Если семья тебе дорога, может, не надо вступать в секты психов? Зашибись. Пригодится. Некрасиво получилось. Thank you.
Врата мученика. Перемирие кончилось, а вы все равно придете сюда. Ого. Хочешь мира? Легко. Сиди на своем острове. Она же не джин, чувак. Хотя бы одна разумная просьба. Ты о многом просишь. Кому-то захотелось любви. Ты превратила сумасшедшую в мученицу. Солнце садится. Yeah.
Надо обойти того снайпера. Тебе раньше не доводилось бывать так далеко? Да. Я год провел на вышках. И старейшины решили, что я готов. Ты так впечатлен, да? Я рад. Но землю псов еще безотраднее, чем я думал. Как здесь вообще хоть кто-то мог жить? На нас лежит благословение пророчицы. Она научила нас простой жизни. Столько памятников излишеств. Какая трата сил. Они сами навлекли свою погибель. Доведет нас свет ее сквозь тьму. А тут еще и Сина! Здесь! Отстань от нее! Скоро! Есть что-нибудь? Не, ничего.
Наверняка тут можно пройти. Надеюсь, он шел не тут. Надо только спуститься на улицу. Ладно, я смогу. Это что такое? Конечно, я пришла в гости прямо к шрамам. Сбрасывайте вещи. Очень мило. Хотя и жесть, конечно. Старейшины будут рады видеть лагерь так близко от врат мучений. О, черт. Не лучше. Просто шагай вниз. Но для наших целей сгодится. Может, нам помочь с поиском беглецов?
На закате Эмили пойдет с отрядом в лес. Она их найдет. Слава.